От лица Омского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» я поздравляю молодых и юных жителей города Омска и Омской области с праздником, с Днем молодежи. Я желаю нам не бояться препятствий и идти к поставленной цели, развивать свой потенциал, реализовывать его и направлять его на благо общества, потому что мы – будущее нашей страны. С праздником! С Днем молодежи России!